Здравствуйте, дорогие друзья! Недавно у меня было видео, вернее, не видео, а стрим с микрорайона Курасовщина и прилегающего к нему району Минск-Мир. Вижу, что достаточно большой интерес к нему появился. И некоторые даже мне написали в личку, просили немножко подробнее о этом районе рассказать. Сейчас я стою в районе улицы Аэродромная. Вот за этим парком уже начинается этот микрорайон Минск-Мир. Он разделен на множество различных подмикрорайонов, которые носят названия Эмираты, там, Европа и так далее. Более подробно смотрите на карте застройщика, как называется тот или иной дом, который вам интересен. Также те линии, которые уже сданы, либо те, которые строятся. Как раз-таки вот та часть, которая была в прошлом видео, она только строилась. Сейчас же давайте прогуляемся по той части, это часть вот Эмиратс, которая уже сдана и где живут люди. Давайте посмотрим, что там происходит, как обстоят дела с парковочными местами и в целом, какая инфраструктура имеется в этом районе. Видим, детская площадочка, небольшая, но тем не менее она есть. Внутри соседнего двора тоже детская площадка, гипермаркет Гипа, это продовольственный магазин. Так, вот смотрите, название этих частей микрорайона: Марина 1, улица Братская. Вот эти дома уже несколько лет как жилые, и смотрю, что уже на первых этажах даже образовались какие-то магазины, кафетерии. Именно по вот этой вот части этого жилого комплекса гулял Варламов в своем видосе. Вот что представляет из себя Марина 1. Вот такой вот дом. То есть это уже обжитый дом. Марина 1, дальше Марина 2. Но предполагаю, что это все это Марины. Что есть очень большое здание паркинга. И даже написано «продажа свободных парковочных мест». Другой вопрос, что сколько все это стоит. Судя по тому, что паркуется не по правой стороне, а паркуется, видите, по левой. Это вот в некоторых районах есть такое, что кто-то из жильцов завел так, такую моду. И вот машины ставят именно вдоль вот этой разделительной полосы. Ну, это все от нехватки места, однозначно. То есть не хватает места, жильцы начинают парковаться где только не попадя.
тут же ходят самосвалы от строящихся объектов. Давайте зайдем внутрь этих домов, посмотрим, как обстоит дело во дворах. Так, смотрите, вот таким образом выглядит вход в подъезд. Есть помещение для консьержа, вижу. Уборка идет. Так, для детишек. Ну и для взрослых тоже спортивные тренажеры. И детский городок. Вот из приятного удивляет наличие. Ну, достаточно много детских городков. Много. Действительно много. Все-таки район молодой. И выйдя из арки, мы упираемся в еще один комплекс. Еще один колоссальный объект. Я так понимаю, что, наверное, это вот строится какая-то поликлиника. Какое-то административное здание. То есть эта часть еще не сдана. То есть, наверное, идут отделочные работы. Скорее всего, машины, которые стоят, это машины строителей. Ну и также туда, вот видите, идет строительство. Вот такой вот дом. Вот такой вот дом. Сейчас мы выйдем к той части комплекса. Нет благоустройства, потому что идут строительные работы. Да, видно, что это дома еще в стадии внутренней отделки. Во дворах нет благоустройства.
Да, это или школа, или поликлиника. Кстати, вот сайт застройщика. Да, зачетная каменная джунгли. Напишите в комментариях, каково ваше мнение. Как бы вы поступили? Купили бы квартиру вот в таких новостройках или все-таки в более обжитом районе? Да, новенький совершенно подземный переход. Чистый, красивый. Светлый. Выхожу из этого района. Кстати, смотрите, видите, уже система безопасности, стоят видеокамеры в переходе. Еще, правда, явно не настроены, потому что это смотрит куда-то в стену. Здесь еще одна стоит купольная камера. То есть это цепочка видеокамер для безопасности. Имеется лифт для инвалидов. То есть такой уже современный пешеходный переход. Ну и сегодня в моих поездках меня сопровождает каршеринг Anytime и каршеринг Везуха. И бонусные коды, которые дают скидку мне и скидку вам, оставляю вот здесь на экране и под видео. Вы получаете 5 рублей и я получаю 5 рублей. При регистрации вам достаточно ввести этот мой код. Будем помогать друг другу. Спасибо вам. Спасибо нам.